Путин сказал туристическому бизнесу готовиться к долгому закрытию границ и развивать внутренний туризм. Нет, если, друзья, кому-то из вас непонятно, что такое есть закрытие границ, причем долгое закрытие границ, то уже вуаля, друзья, это нужно включить мозги и подумать, что же это может означать. Владимир Путин предложил включить развитие отечественного туризма в план нормализации деловой жизни после пандемии. Пишет так Интерфакс. Президент отметил, что пока трудно сказать, когда именно россияне смогут путешествовать за границу. Это зависит не только от ситуации внутренней страны, но и от решения других государств. То есть на самом деле, друзья, конечно, речь идет о времени после пандемии. Да, это был 2020 год, но тогда Владимир Путин уже объявил о долгом закрытии границ. Это, друзья, не просто закрытие, это долгое закрытие границ. Это означает, что Россия уже тогда начала заранее готовиться к железному занавесу. И если Россия начала готовиться, то этот занавес, конечно, придет.